участницу телепроекта «Голос Дети 7» в команде Полины Гагариной, ведущую телепроекта «Жара Лайф», участницу программы «С добрым утром, малыши», а также полуфиналистку национального отбора детского Евровидения. Уже догадались, о ком я говорю? Конечно же, это певица Милин! Глупые слезы, как вода, снова застыли на губах. Мне не нужна эта игра, я ухожу, но все пока. Он хочет взять мой номер, только этот не к чему, я на игнорю. Разве ты еще не понял, можешь даже не пытаться искать пароль к моему сердцу, ведь он мне до сих пор живет в день.